Вакцина супраць грыпу у медустановы Магілёўскай вобласці пачне паступаць напрыканцы тыдня. Пра гэта нашым карэспандэнтам паведамілі ў Магілёўскім абласным цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Па падліках спецыялістаў, леташняя вакцынацыя дазволіла папярэдзіць каля 260 тысяч выпадкаў захворвання на грып і вострыя рэспіраторныя інфекцыі. А эканамічны эфект ад прымянення супраць грыпозных вакцын значна перавышае затраты на вакцынацыю. Першая партия, а гэта каля 10 тысяч доз вакцины супраць грыпа, поступить во установы аховы здоровья на приканцы тыдня. Есть определенный контингент пациентов, которым именно показана вакцинация. Это прежде всего дети первых 2-3 лет жизни. Это пожилые люди старше 60-65 лет. Это лица с хроническими заболеваниями, и взрослые, и дети. Это беременные женщины обязательно. Вот то, что я назвала, это контингент риска, в которых грипп может протекать достаточно тяжело и иметь тяжелое осложнение. Медики нагадывают, что оптимальный час для вакцинации супраць грыпа – верасень и кастрычник. Термин выпрацовки иммунитета после прышчепки – каля 3-4 тыдняў. Более 99% это будет Гриппол плюс Белмед. И около 2500 это будет ваксигрип, французская вакцина. Всего в область поступит около 430 тысяч доз вакцины. По статистике Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, дети, которые привились загодя, хворают на грипп и острые респираторные инфекции у 6-7 разов радей, дорослые у 10-11 разов. Катерина Балукова, Александр Артемьев, Новини регион.